Итак, вот две сливы растут, но они что-то перестали уже плодоносить. То есть вот первая и вот вторая. В общем, будем спиливать. Сегодня убирать эти две сливы. А есть один нюанс. Но все знают, что слива как сорняк. То есть она под землей пускает корни. И если так внимательно посмотреть, то мы находим еще одну сливу. Вот. И тем, что мы сейчас спилим два ствола этих, естественно, мы всю корневую систему не убиваем. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас спиливаем два ствола. Ну и оставляем над землей примерно, я не знаю, сантиметров 15-20. В этом толстом стволе насверливаем 2-3-4 дырки, ну, глубиной примерно сантиметров 10-15. И наливаем в них торнадо, родап, ну, в общем, то есть любой состав, который убивает корневую систему растений. Ну и в ту сливу сделаем то же самое. И будем ждать. То есть где-то, наверное, осенью, скорее всего, можно будет полностью окопать и удалить, ну, ту корневую систему, которая будет доступна. Вот. Остальная, я думаю, пропитается и погибнет сама. Потому что, опять же говорю, спилив само дерево, мы не убиваем подземную корневую систему, и она будет лезть со всех сторон, эта слива. Вот. И, естественно, если мы сажаем новую сливу, вот хотели посадить по середочке, то, естественно, это все будет мешать. Причем еще хочу заметить, насколько далеко ушли корни. То есть, видите, до дерева, ну, примерно 4 метра. И вот она, слива. Вот росточки. Наверное, можно и дальше посмотреть. То есть, в принципе, еще раз говорю, как сорняк. И вот, пожалуйста. Вот тоже слива. А уже расстояние приличное. То есть, в общем, нужно убить полностью корневую систему. Иначе она разрастется, и все остальные растения будут от этого чахнуть. Так, ну, пойдем за пилой. Итак, садовый вар, наверное, или как он там правильно называется. Вот они, пеньки. И шуруповерт вот с таким сверлом по дереву. Сейчас сделаем пару-тройку отверстий. Так. Угу. Ну, еще, наверное, раз, еще два сделаю. И на том дереве. Потом сверху замажу вот этой штукой. Я так думаю, что это все-таки садовый вар какой-то. Ну, в общем, короче, для деревьев специально замажу сверху, чтобы то, что я залью, этот яд, никуда не девался, не испарялся. Ну и все. И по осени, я думаю, что можно будет выкапывать, обкапывать и вырезать этот пенечек. Вот. И вся корневая система, наверное, умрет вот от этого яда, который я сейчас залью. Надеюсь, весь огород я не отравлю. Ну, будем надеяться, по крайней мере. Все, спасибо.